Добрый день всем, я Марина О'Нил Спенсер, член вашего жюри фестиваля Golden Times. Я бы хотела поговорить о результатах конкурса в этот раз и обозначить самых лучших участников, кто мне понравился, а также обсудить какие-то замечания. Я пройдусь по лучшим участникам, потому что очень много было участников, молодцы, очень сильный уровень. Средний и выше среднего уровень танцевальных коллективов и солистов. Поэтому я вот хочу поговорить о лучших участников танцевального конкурса Golden Times. Ева Соколова, да, поставила за первый номер Е10. Но я не согласна, что это классический танец, я считаю, что это модерн. Поэтому я написала, что как за модерн я поставлю 10. Если это классический танец, то я не буду оценивать, потому что все-таки это не классический танец. Дальше. 10 у нас тянет на первое место, чтобы вы знали. Гулаг Михаил мне очень понравился. За все его номера я поставила 9. Видно, что мальчику надо еще работать. Я бы пожелала, чтобы он работал с грузами для стоп. Потому что ножки выросли, а мышцы еще слабенькие внизу, именно стопы. Выворачивать стопы на заносках, обращать внимание на дотянутость подъемов и работать с грузами у станка. Дальше, следующее. Приземления более выворотные после заносок у Гулака Михаила хотелось бы увидеть. Мария Давыдова и Мария Макашова, дуэт у них был. Я 10 поставила, очень сильный дуэт, молодцы. Дальше, Оксана Кожемяка, Мариуполь, 9. Камила Султангарова, здесь отдельный разговор по этой девочке. Девочка очень профессиональная, видно, что тело сделанное как ей самой, так и педагогами. Я увидела, что она занимается в Вагановском хореографическом училище, в моей альма-матер школе. Увидела даже мой родной зал, всплакнула. Хочу передать пример, привет Агриппине Ваган. Хорошая девочка Камила, поставила за оба классических номера 10, но Кармен немножко сытая у вас получилась, Камила. Она такая, знаете, как будто бы вот проснулась, поела бишбармака и пошла. То есть не было характера, не было чего-то такого. Вот посмотрите, пожалуйста, как танцует обычно Майя Михайловна Плесецкая, все-таки это классика. Кармен. И посмотрите, какой у нее характер. Она иногда даже технически делает что-то более слабее, чем современные танцовщицы. Но поза, шея, выражение взгляда, там, я не знаю, позиции рук. Обратите внимание, вот очень вкусно, хочется на нее смотреть, смотреть и смотреть. Поэтому она и звезда всемирной величины. Вот. Мне бы хотелось вам пожелать переделать эту Кармен с более интересным настроением и прислать новое видео, чтобы мы посмотрели на вас. Ну, поставила я 10 как первое место, поскольку очень сильный уровень у вас. Мне все понравилось, в принципе. Дальше. Так, что-то у меня тут затуманилось, меня не видно, я вижу. Дальше. Та же Камила. Очень мне понравилась в «Корсаре». Я поставила даже гран-при, поскольку оценила вашу диагональ налево, ваш панеж налево. Молодец, хорошо станцевали. Ну, в классике там более такой характер, он более спящий. Там не надо, как говорится, испанских характеристик. И поэтому вы смотрелись неплохо, поэтому я даю гран-при вам здесь. Дальше, кто у нас следующий? Иван Бузлов, приземления слабые. Поставила 9. София Клайда, 9. Давайте пройдусь совсем так вот по лидерам. Антре ансамбль, 9, молодцы. Белые Корнеги, хорошая девочка, 10. Корявые колени, стоп, работайте. Дальше, Ева Еремеева, 10, супер детка, супер малышка, молодец вообще, просто ничего не могу сказать. Безуглая Рина, 10, номер контемпорный, очень хороший язык. Именно хотела отметить вашего педагога, не педагога, извиняюсь, балетмейстера. Очень сильный балетмейстер. Интересно было бы узнать, кто поставил этот номер. Хороший язык, именно новый какой-то современный язык у вас здесь. Так, Симона Мамаева тоже 9. Ну и дальше по лидерам пробегусь очень быстро. Из тех, кто мне понравился. Вообще вот Flash and Rhythms все понравились мне. У вас, девочки, получается, что вы тут конкурируете сами с собой, потому что все на одном уровне очень высоком. Все девятки, десятки, первые, вторые места. Язык хореографический новый.
Отмечаю вашу работу, молодцы, просто потрясающий коллектив у вас, потрясающая школа, если это школа. Красильникова, Тупинина, девятка, ну это вот, опять же таки флаш нать, ритмс, сори. Ну так вот из сильных еще. Полина Горелова, маленькая девочка, до 5 лет, сладенькая такая, все сделала, фрозен, комбинация, 9 лет, очень мне понравилось. Пожелаю вам здоровья всем, легких ног, и участвуйте в наших конкурсах. Я Марина О'Нил, член вашего жюри. До свидания.